Ульяновской области Чувашская Республика отметили День дружбы, организованный в рамках проекта «В кругу друзей». Встреча губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и в Рио главы Чуваши Михаила Игнатьева произошла на границе региона в присутствии руководителей органов законодательной и исполнительной власти двух субъектов Российской Федерации. Ульяновскую делегацию встретили с хлебом и напитками. Я хотел бы вас искренне поблагодарить за сегодняшнюю встречу. Я думаю, что каждый из членов нашей делегации, здесь присутствуют и руководители правительства региона, руководители муниципальных образований, которые соседствуют с замечательной республикой, ощутили, что сразу же попали к друзьям. И я думаю, что очень здорово, что наши субъекты Российской Федерации, Чувашская Республика, Ульяновская область, являются инициаторами замечательного проекта «В кругу друзей». Он так и называется. Мы, конечно, очень хотели бы, чтобы этот проект перерос уже границы двух наших субъектов и объединил, как минимум, сначала, может быть, Приволжский федеральный округ, а потом постепенно и другие регионы. Важность проведения Дня дружбы двух субъектов отметили обе стороны. И речь идет не только о добрососедских отношениях, но и о взаимовыгодном социальном, культурном и экономическом сотрудничестве. Во время визита ульяновская делегация получила прекрасный опыт реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской республики на 2013-2017 годы. Главы двух регионов вручили ключи жителям трехэтажного многоквартирного жилого дома. Я приехал сюда вместе с председателем законодательного собрания, с руководителями правительства Ульяновской области, с главами администрации муниципальных образований, для того, чтобы изучить тот замечательный опыт, который у вас имеется. У нас тоже непростая территория, у нас тоже много есть отдаленных территорий от города Ульяновска, и мы традиционно, приезжая к вам в республику, стараемся внимательно смотреть, как вы живете. Как вам удается решать достаточно большое количество проблем, с которыми сталкиваются люди? Еще одним положительным результатом работы чувашских коллег состоялось открытие Центра социального обслуживания населения в Шмуршанском районе. Главы регионов перерезали красную ленту, официально открыв центр. Дифферанцева, да? Елена Михайловна Юманова. Спасибо. На память. Обмен опытом и обсуждение межрегионального сотрудничества продолжилось за круглым столом. Заседание длилось около 2 часов, но и этого не хватило, чтобы обсудить все вопросы. В завершении конструктивного диалога главы субъектов Российской Федерации подписали план мероприятий по реализации ранее заключенного соглашения между правительством Ульяновской области и Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2016-2017 годы. Мы сотрудничали и будем сотрудничать в научно-техническом, торгово-экономическом, культурном, в образовательной сфере, в сфере здравоохранения, ну и в спорте. И жители Ульяновской области очень спортивные. Мы как Ледовый дворец построили, мы решили не отставать, тоже ввели в эксплуатацию Ледовый дворец. И это очень правильно, потому что народ здоровый. Дети, когда здоровые, энергичные, глаза горят, всегда результат будет очевидным. Праздник дружбы Чувашской Республики и Ульяновской области завершился на ипподроме, где организовали концерт профессиональных и самодеятельных коллективов, а также представили этнокультурное подворье Ульяновской области, районов и городов Чувашии. Нет ни у кого сомнений, что День дружбы останется в истории двух народов и станет хорошим примером для всех. При посещении социальной аптеки номер 123 Ульянсфармации губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил задачу держать на ежедневном контроле вопрос наличия медикаментов для льготников и подчеркнул, что необходимо изучить опыт соседних субъектов по информированию населения об ассортименте и ценах на лекарства в аптеках. На сегодня в регионе необходимыми для льготников препаратами запаслись на 1,5-2 месяца. По словам генерального директора Ульянсфармации Ольги Кузнецовой, на склад Ульянсфармации и пункты отпуска продолжают поступать препараты. Всего правом на льготное лекарственное обеспечение по региональной и федеральной льготе воспользовались около 54 тысяч человек.
Кроме того, по федеральной льготе в настоящее время на складе государственной аптечной сети имеется запас инсулинов, медикаментов для лечения бронхиальной астмы и онкологических заболеваний на общую сумму более 24 миллионов рублей. В целом в аптеке социального формата цены ниже на 10-12%. И большинство препаратов отечественные. Кроме того, на базе аптеки граждан бесплатно консультирует терапевт. Ирина Антонова, Ксения Ракитанская, Алексей Иванов. Новости Ульяновской правды.